Ян, здравствуй, добро пожаловать. Расскажи, как ты оказался в Самаре? Со стороны кажется, что все произошло очень быстро. Большое спасибо. В самом деле, я приехал только вчера, подписал контракт, и сегодня уже провел первую тренировку. А сейчас... Сейчас идет дождь. С кем советовался перед подписанием контракта? Есть друзья в чемпионате России? Может быть, знаком с Яном Коллером, который играл в «Крыльях Советов» раньше? Конечно, я узнал всю необходимую информацию от 5-6 игроков из Словакии, игравших в России. Томаш Губачан из «Зенита» — мой хороший друг. Он отличный парень, узнал у него все про лигу, он давно здесь. То же самое могу сказать о Мартине Якубко. Парни дали мне всю необходимую информацию. Я также залез в интернет и на YouTube все узнал. Give me the information and of course I check the internet, YouTube. That's all. Насколько я знаю, ты однажды попал в сборную тура в Европе. Вы имеете в виду то время, когда я играл в английской премьер-лиге? Да, игру против Манчестера. Ну, это было непростое время для меня. Я играл в Эвертоне и был вторым номером. Тим Ховард играл в основе, мне же приходилось много времени проводить на скамейке. Я сыграл всего 2 игры в чемпионате и 10 в кубке, но в чемпионате это были 2 победы. Мы взяли 6 очков. Словом, приятно вспоминать. Ты чувствуешь, что находишься в достаточно хорошей форме, чтобы выйти на поле уже в следующем матче? Вообще-то я тренируюсь только неделю. В английской премьер-лиге был 7-недельный перерыв, но чувствую себя хорошо, готов к работе. Нужно поговорить с тренером. Он решит, готов я играть прямо сейчас или нет.